Измена, с работы уволили. Сашка болеет, 3 года жизни в унитаз. В общем, лучший день моей жизни. Тебе лечиться надо, Калинина! А тебе искать, где ночевать? Жизнь бурлит. Да. Завтра я еду со своей мифической подругой Кариночкой в Крым на 2 недели. Та-дам! В общем, я все уладил. И мы сможем поехать на море вместе. Дурак, он едет с нами. Предлагаю поехать со мной на море на 2 недели. Ну, пару раз назовешь меня там любимый, мой родной. Да никуда я не поеду, ты с ума сошел? Интересное кино у нас получается. Я хочу провести с тобой всю ночь. Ну, чего ты боишься? Ну, наверное, то, что мне может понравиться. Янг, ты влюбилась. Ну, попробуйте вместе пожить. А вдруг понравится? Счастливая семейная жизнь. Да. Я не живу с мужчиной дольше, чем 2.5 года. Как человек в здравом уме может на такое подписаться? 4 детей. Я думала, это такой легкий роман, ни к чему не обязывающий, а он сразу жить. Слушай, Лень, я очень тебя хочу кое с кем познакомить. Это мои дети. Здрасте. Здрасте, дети. Премьера. Я же тебе говорила, ты меня совсем не знаешь. Как извести любовницу за 7 дней? Понимаешь, что это все звучит немного нелепо, но... Героев реалити-шоу забыли на райском острове. Еда! Вода! Кусты! И они этим воспользовались. До первой серьезной проблемы. Ты предложение сделал, я ребенка. Кино скажи, а? Действительно серьезные проблемы. Прячьтесь! Ты что делаешь? Прячусь. Вас спасать приплыли. Хорошо. Как нас пираты схватили? Плохо. Офигеть, ты интересный собеседник. Оленька, пойдем со мной. Я сделаю из тебя мать. Ну, то есть технически это уже сделал Эльдар, я сделаю из себя мать ментально. Ну, как бы войду в твою душу в то время, как Эльдар ваш... Я поняла. Ох, батюшки. Остров. 2 сезон. И что теперь будет? Нас возьмут в плен и будут держать в яме, пока наше правительство не заплатит выкуп.
А зная наше правительство, можно так и год просидеть, и два. А я белорус. А? А давай поедем к морю. Давай в Сочи. У меня к вам одна маленькая просьба. Соня, у меня все пропало. Я месье Гийом, Соня посылает на переговоры. Так, а это твой партнер в Сочи. Вы хотя бы раз встречались? Нет. Ну тогда я все беру на себя. Можешь расслабиться. Но ты это не я. Ничего, на пару недель сам. Слушай, Соня, но вот все-таки, если Богданов потом меня увидит. Спокойно, мило. Ну что-что, а голову мужика морочить я умею. Приключения продолжаются. А вы не видели, здесь на вашем месте сидел такой высокий молодой человек в синих шортах? Зашем, повеселимся. С ребятами какими-нибудь познакомимся. Знаю этих холостяков с обручальными кольцами в кошельках. Девчонки! Девчонки! Курортный роман новой серии с понедельника на Первом. Я год назад от тебя ушла. Даже в Москве продолжать меня выслеживать — это уже мания. А уж ехать со мной сюда... Да я не за тобой. Модули «Рассвет» и «Заря» перестали генерировать кислород. Когда наша капсула упадет в море, вы либо подберете нас, либо мы утонем. Мы вас подберем. А знаешь, что полный отстой? Когда девушка ночью клянется тебе в любви, а днем говорит, что ошиблась. Если ты будешь с Максом, я убью его. Витя! У меня рак! У космонавтов здесь какое-то новомодное лекарство! Обалдеть, смотрите! Добро пожаловать! Ой, товарищ капитан, там никого нет. Никто меня не остановит, если я чего-то захочу. Не смей трогать моих родных. Макс! Я хочу, чтобы мы были парой. И я хочу, чтобы ты будил меня каждую ночь, чтобы мы занимались любовью. А, товарищ капитан, прямо по курсу лодка! Смотрите, вон они! Я очень хочу поблагодарить за то, что вы нас... спасли и не оставили в море умирать. Вы проверили корабль? Пока только часть, но все идет по плану, это дело времени. Будьте приветливы с экипажем, нам нужно втереться в доверие. Кого ты выбираешь, меня или Рената? А куда ты собираешься на свидание? К Ире. Ты когда сейчас пришел на эту палубу, я оглянулась и поняла, что хочу, чтобы на этом месте был Петя. Ты знаешь, что я тебя буду любить вечно? Тебя и ребенка. Я буду о вас заботиться. Это будет классно, ты сделала правильный выбор. Мы не предполагали, что черный ящик находится в сейфе. Дайте мне больше времени. Мы больше не можем ждать. У вас 8 часов. Или ваша группа станет бесполезной для нас. Руки за голову! Всем встать! Гарпуны на пол! Живо, или она умрет! Что такое проект Александрия? Какое вы имеете отношение к этому проекту? Как вы связаны с людьми, которые напали на корабль? Где черный ящик? В сейфе его нет. Орлуша! Морского ежа тебе! Ну ты понимаешь, куда тебе морского ежа? Понимаю! Слушайте, этот корабль точно такой же, как и наш, только флаг испанский. На наш сигнал корабль не отвечает и выглядит так, что мы заброшены уже несколько месяцев. Если это дата выхода в море, то они вышли в один день вместе с нами. И эти рисунки, они рассказывают историю корабля. Я знаю твой секрет. Лена на седьмом небе от счастья, что вы снова вместе. Ей будет очень больно падать оттуда, когда она узнает о тебе всю правду. У меня есть доказательства того, что ты не тот, за кого себя выдаешь. С тобой в моей картинке счастья все складывается. Ален, ты достойна большего. Привет, пап. Я должен был тебе рассказать кое-что, но не осмелился сделать это, глядя себе в глаза. Пап, я взял испанский корабль. Пожалуйста, отпусти меня и не ищи, не бей тревогу. Я хочу быть один. Когда вы найдете землю, я уже буду вас там ждать. Мы найдем его. Найдем. Думаю, тебе нужна помощь, чтобы поднять паруса. Даже ты не справишься с таким кораблем в одиночку.
может, нам поехать куда-нибудь отдохнуть вместе? В круиз, например. Туроператор «Счастливый путь» приготовил для вас подарок. Белезимо, хорошо, хорошо. Я на этом не поплыву. Сюда, сюда, здесь огонь! Вон бочки, с водой! Вижу остров. А мы что, на необитаемом острове? Я сундук с одеждой нашла! И размеры разные. 12 комплектов. Ну я ж 13-й. Если бы катер не пошел ко дну, что бы с нами было? Мы все на этом острове оказались случайно. Нас хотели убить, но по чистой случайности никто не проверил, живы мы или нет. Вторая случайность. Мы спаслись и попали на остров, где ожидались 12 человек. Но нас 13. А вот это как раз случайность. Кто тебе обрадуется? Кто вам всем обрадуется? Ваши родственники, друзья и коллеги, которые отправили вас на этот остров. Да вас нет. Я хочу, чтобы слышали все. Этот остров мой. Вот молодежь, представляешь? Ну, Васька же мой, он добрый, честный, он всем верит. Они мне сегодня и говорят: а вы сами знаете, кто отец вашего ребенка? Ушел сегодня Толик. Прожил со мной 10 лет, а сказать об этом в глаза побоялся. А давайте куда-нибудь уедем, а? Как раньше, на все лето втроем. Марин, поехали. На все лето, как в институте. Поехали на море. Ура! Ну, что я могла сделать, если это просто в воздухе летает? Если это время любить? А ты в Сочи когда-нибудь бывал? Желтая... Активнее, ребенок, активнее! Скрыши девочек вокруг, тиши. Куда едем? Мне на Красную Поляну. Украду тебя, украду ночью. Да не близёхонько, бурундук доплюнь. Отпуск с любимыми героями по программе «Все включено». Я вернулся. Кухня. Война за отель. 2 декабря в 19:00 на СТС.